Привет всем! С вами Денис Кривошеев. И сейчас мы будем играть в серию пенальти. Но не в ту серию пенальти, к которой вы все привыкли. Там после 120 минут игры серия пенальти до 5 попыток. А потом, если ничья, то от первого промаха. У нас будет сразу серия пенальти. Я буду играть так называемую спортивную серию пенальти. Это когда соревнуются не в футбольном поединке, а в отдельной серии пенальти. Да, это самое. Чем она отличается? Ну, так же, как и в футболе, по 5 попыток каждому игроку дается. Но это лишь одна серия, а всего серии может быть 7. И матч проходит до 4 побед. Для примера, я буду соревноваться с гуру всего самарского футбола, без преувеличения, Миши Ишаковой. Ну, я буду играть как за Мишу, так и за себя. Многим, конечно, может показаться, что я себе подсуживаю. Нет, это просто я снимаю видео, ну, чтобы вы играли дома у себя, когда вам скучно или нехрен делать. Вы не будете видеть, где я буду устанавливать мяч, но, к сожалению, технологически это пока у меня невозможно. Зато вы будете видеть, попал ли я в ворота, которые, роль которых будет играть вот эта вот табуретка, или же не попал я в ворота. Давайте-ка приступим. Итак, первая серия пенальти. Бьет первым Миша, потом я. После второй серии меняемся. Итак, пока кто-нибудь из нас не одержит 4 победы в сериях пенальти. Сейчас давайте-ка приступим. Итак, первым бьет Миша. Сейчас я мышку беру, она чуток мешается. Все, устанавливаю на точке. Удар! Гол! Гол! Не знаю, видите ли вы, но это гол. Первый гол у Миши реализован. Ой, ебать. Давайте вот так вот я вам покажу. Дальше. Я бью второй пенальти. Промах! Я промахнулся! Промахнулся я, и у меня промах. Я себе вписываю промах. Второй удар бьет Миша. Эх, не точно, не точно. Неточный удар, промах Миши. Теперь второй удар я бью. Ах, не точно, не точно, чуть. Хе-хе-хе. Не точно. Так, пока Миша ведет 1-0. И вот третий удар сейчас будет. Да, он точен. Третий удар. О, теперь я тоже, мне надо уже, собственно говоря, забить. Эх, промахиваюсь. Носок чуть-чуть. Да, но промах есть. Промах, к сожалению. Итак, у Миши 2, значит, если он сейчас забивает третий, он выигрывает первую серию пенальти из 7 возможных. Итак, давайте-ка. Нет! Я промах! 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 И есть шанс для меня, но мне надо забивать. И хотя бы делать ничью. Что там 5 ударов, если я сейчас не забиваю, Миша все равно останется победителем первой серии пенальти этого матча. И нет,
Я не завиваю и поздравляю Мишу Шакула с победой, но это только счет в матче 1-0, ну, по первой пенальти, по первому пенальти 2-0, но, тем не менее, пока что, в общем, счет 1-0. Ну что ж, вторая серия пенальти также не претерпевает никаких изменений. Миша бьет первым. Вот вы видите на графике. Все, папа, поехали. И штанга. Вы видели все сами. Миша промахивается. Я вот так вот нагнувшись перед вами записываю промах. К себе на листочек. Дабы запутаться, кто выигрывает, а кто проигрывает. Теперь бью я. Ах, опять штанга. Опять штанга. Я промахиваюсь. Теперь Мишка бьет второй пенальти второй серии. И точно! Точно, он точен! Точен он. И... Один-ноль в пользу него. Теперь бью я. Да! Да, отличный удар. С отметки и счет в серии 1-1. Теперь вновь третий удар у Миши. И... Да! Удар прям под штангу пришелся. Второй удар. 2-1. Я должен сравнивать. Ах! Нет. Даже вот в виде... Чуть-чуть отскочил монитор. Надо бить. Сами понимаете, не сильно. Итак... Ой, промах. Да, у меня же промах. Или нет? А, блин. А я себе гол засчитал. Ну ладно. Засчитал, так уже засчитал. Я и судья, и игрок, и молоток, что называется. Ну пусть будет у нас 2-2. Да, это нечестно, но я уж засчитал, уж извините меня. Третий. О, да. Засчитал. И... Реализовывает Мишка. Удар. Четвертый, да, прошу прощения. А, ну, четвертый удар, но третий реализованный. Теперь я бью. Да! Точно! И... 3-3. Ух, накал. Пятый, последний. По попытке у меня и у него. Чет ничейный, 3-3 во второй серии пенальти. Итак. Бьет первый Миша. Ах! Соскочило! И ушло! Соскочило и ушло. Но я должен забивать, иначе дополнительные удары во второй серию. Как жарко-то. Все, внимание на мяч. Вы, к сожалению, этого не видите, но вы увидите, я надеюсь, попадение или промах. И, ах, обидный промах. И у нас вторая серия продолжается. Неизвестно, сколько она будет длиться, но теперь во второй серии уже
До первого промаха. Первый, как и раньше, бьет Миша. Удар! Мимо! Мимо! А теперь я! А теперь бью я! А теперь я, у меня есть шанс выиграть вторую серию пенальти. Ох! Ну, есть! Я выигрываю вторую серию. Я выигрываю. Счет во второй серии пенальти у нас получается 3-4. И таким образом счет в матче 1-1. Ну что ж, давайте-ка идем дальше. Третья серия. Но теперь уже меняемся. Я уже буду бить первым. Я буду бить первым. А Миша Ишаков будет бить... Ну, якобы Миша Ишаков будет бить вторым. Я начинаю третью серию. Удар! Точно! Это было точно! Это было точно, и даже не надо со мной спорить. Теперь Мишка бьет, ох. Ну, и он точен, ух ты, это упражнение. Второй удар, я бью. Штанга жопошная, я промахиваюсь. Теперь бьет Мишка. Мишка бьет. Точно. К сожалению. Что там у нас? 2-1. Третий удар. Я делаю. Третий удар в третьей серии. Удар! Мимо! Ух. Так. Я опять промахиваюсь. И 2-1. Сейчас может быть счет стать 3-1. Ух ты! И удар! Точно! Ух! Да, воистину никто пока с Мишей Шаковой, с Шаковым не сравнится по мастерству. Пока что 3-1, у меня только призрачный шанс на ничью в этом матче. Итак, так, но мне сейчас нельзя промахиваться, потому что если я промахнусь, я проиграю третью серию пенальти. Да. Все, внимание на ворота. Ах! Да уж мать! Я промахнулся. И Мишка выигрывает третью серию. Да. Да. Со счетом 1-3. И он ведет счет со счетом 1-2. Ну что ж, четвертая серия у нас. Вот она будет на этой позиции. Я против Миши Ишакова. Мишка ведет 2-1 серии и может повести 3-1. Ну что ж, я надеюсь, этого не будет. Ну, я бью первым, как и в предыдущей серии. Открываю четвертую серию. Ударом точным. Точным ударом. Теперь бьет Мишка.
Бьет мышка, и он точен, да что ж такое? У нас затягивается игра. 1-1. Второй удар четвертой серии. Я исполняю. И удар! Точно! Точно, точно! И точно. Теперь Миша, второй удар. 2-1. 2-1 пока в четвертой серии. Но нет! Не точно! 2-1. Теперь я бью третий. О. Удар! Мимо! Ах! В монитор! Мимо, да? Мимо. Мимо. Теперь бьет Мишка. Ушаков, третий удар. А, зашло! Да как же так-то? Зашло у него, блин! Вот же ебать! Но зашло. Да. 2-2. Четвертый сиди сравнялся. Сравняется ли он в матче? Посмотрим. Четвертый удар начинаю я. Четвертый удар в четвертой серии. И точно! А я точен. Точен. Как же я точен. Так. У нас три, два. И в пользу меня четвертый сейчас будет бить четвертый удар Мишка. Фу. И штанга. Он попадает в штангу. Мишка попадает в штангу. 3-2. Это значит, если я сейчас забиваю, я выигрываю четвертую серию. И счет будет 2-2. Это означает, что будет как и пятая серия, так и шестая. В сегодняшнем матче. Но посмотрим. Да, я забиваю! Делаю так, что счет 1-2-3-4-2, а счет в матче равный. Счет в матче 2-2. Ух, пятая и шестая серия пенальти. Так, в пятой первым бьет, значит, у нас Миша. Да. Итак, давайте-ка, ну первым бьет, да. Давайте-ка смотреть первый удар Миши Шакова в пятой серии пенальти. Удар прошло, мне кажется, зашло, и я придется мне засчитать ему. Ох, теперь бью я. Ох, штанга у меня. О, как ответственно-то, а? Так, второй удар у Миши, да, у Миши второй удар. Да, он точен. А я пока нет. Но надо это исправлять. Удар, да! Да, засчитано! Ух, как я пробил! И засчитано ведь.
Так, 2, 1, третий удар у Миши Ишакова. Нет! Нет, 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 нет. Увы, эх. Теперь я, ну мне надо забивать, тогда счет в пятой серии сравняется. Ух. Ах, да, да, прошел. Об штангу и прошел. Прошел он об штангу. И я сам его счет в третьей серии 2-2. Ну вот вы видите. И теперь четвертый удар Мишка будет исполнять. Мишка будет исполнять. Так, четвертый удар. Да! Точный удар. Летит мяч в ворота. 3-2 пока в пятой серии. И мне надо сравнивать счет. Было 3-3 в пятой серии. Но есть! 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 Очень слабый, но точный удар. У меня 3-3. 3-3. Решающее. 3-3. Решающее. Фу, пятый удар в пятой серии пенальти. Но совершенно уже понятно, чуть-чуть далеко не последний, как минимум еще шестая. А может даже будет и седьмая серия. Итак, значит, первый бьет Миша, счет 3-3 в пятой серии. Он мажет, и сейчас вся ответственность будет на мне. Сумею я... выиграть пятую серию или нет? 3-3. А у меня еще один удар в пятой серии. Ох. Ну, есть! 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 Да! Я выиграл эту серию со счетом 1, 2, 3, 4. И таким образом я повел в серии, то есть в матче со счетом 2-3. Ну и понятно уже было, что будет шестая серия. Но будет ли седьмая? Я в шестой серии буду бить первым, а Миша будет отвечать на мой удар. Итак, я бью первым. Точно! Бью. Ай, блядь! Точно. А да и что ж ты, иди сюда, ты, блин. Да ебать, сука. Ладно, бля. Так, ну я был точен. Теперь Миша. О. Ух ты, ебать. О, сука. Удар! Точный удар! Точный удар! Либо. Точный удар. 1-1. Второй удар у меня. Второй удар. За мной. Да! Сильный, эх, лёгкий удар. 2-1. Миша будет отвечать. Шестая серия. Шестая серия. Ох. А, ты что, ответил? Да! Залетел! Мне показалось, по крайней мере,
залетело. Не знаю, может на повторе будет видно, что не залетело, но нет, сломалось. Смотреть повтор, так что я ему засчитываю. И 2-2 в шестой серии. Теперь третий пока в шестой серии без промаха. Теперь третий удар бью я. Да! Я бью точно. И что становится 3-2. Теперь Мишка. Мишка бьет. Да, он точно попадает. У нас пока в шестой серии никто не промахивался. Четвертый удар бью я. Четвертый удар. А, я промахнулся. И Миша может сейчас обставить меня. 4-3 может сделать. О. Фу. Удар! Нет, ты не залетел! Обстукал две штанги, но не залетел в ворота мяч. И он промахивается. И таким образом, счет 3-3 в шестой серии. И вот сейчас бью я пятую попытку, и надо забивать, конечно же, надо забивать. Да, я забил! Вот, забил я. Но это еще не конец игры, друзья. А вот сейчас, если Миша промахивается, то я выигрываю матч со счетом 4-2. Фу, по сериям. Итак, апогей или все продолжится? Сейчас мы об этом узнаем. Удар мимо, все! Мишка проигрывает. Проигрывает, ох. Это был, конечно же, показательный. Ну давайте-ка я еще вам штрафной пробью. А ну удар! Ну, в общем, вы видели. О! Да. Может быть, я и незаслуженно победил. Но победил. Что ж, играйте, друзья. Занимайтесь в различные игры, занимайтесь спортом, и как бы банально это ни звучало, не пейте и канашу не употребляйте. Пока. А, нет, еще не пока, сейчас еще надо мышку навести. А вот теперь хай-хай, бай-бай.